Жители Симферопольского района также активно принимают участие в выборах президента Российской Федерации. Они голосуют за будущее страны, также вспоминают перемены, которые произошли за 4 года на Крымском полуострове. Для крымских татар вот школы построили, мечеть строится, большая, хорошая мечеть, которую 100 лет уже Украина никак не могла, землю выделили, а на стройку денег не было. Самое главное, у нас мечеть строится, школы строятся, детские сады. Что еще нам надо? Каждый выбирает своим сердцем и душой, головой. Вот. Но идти нужно, потому что нужно дальше жить, нужно развиваться. Это первоочередная наша цель. Выборы – это наше будущее. Кого мы выберем, и это будущее не только нас, и наших детей, и наших родственников. И мне хочется, чтобы в нашей стране был мир, покой и благополучие. Поэтому я пришла на выборы, чтобы сделать свой правильный выбор. В селе Строгановка, где большинство избирателей – крымские татары, наблюдатели отмечают высокую явку. На многих участках студенты Крымского университета культуры организовали патриотическую акцию. Всех избирателей они встречают лентой в цвете российского флага. По избирательному участку 1194 на сегодняшний день получается 1634 избирателя. Из них до 12 часов из крымских татар проголосовало 40%. Проголосовавших за будущее наших детей, за благополучие.